Меньшиковский дворец. Набережная там видно. Туристическая. А вот это. Это скульптура. Готовили ему еду, Меньшику. Это все старинные? Да. Сейчас, я тут еще не прошла. Ходит. Что тут ему варили в этом чане? В этом дворце жил Меньшиков. Сундук. Это какой-то станок. Это все его вещи? А там сказали, что фрагмент оставили. Ну, фрагмент там вот на стене, на крыше. Он такой маленький. Там потолок я хочу снять, он остался со времен его Меньшико. Туда не ходи. Я не ходи. Там вообще-то стекло. Вот надо с той стороны пойти просто. А-а-а. Вот эту дверь надо идти. Я пойду сниму этот потолок. А уж что вот это такое? Какой? Он такой как бы маленький у него. Такие входы маленькие. Кораблик. Вау, это старинный ковер? Он много какая. А что это такое?
Это такие ставни. Вон ставни на окнах, как во французских замках. У него он как бы такой маленький, да? Дворец Меньшикова. Низкий такой. А наверх можно подняться? Нет, там закрыто. Откуда ты знаешь? Наверх нельзя пройти. Я не знаю. А тут что у него было? Такие створки, как в замках, да? У французских. Такие створки на окнах. Где стаки? Я не знаю. Для почетной охраны и приема военных посетителей и курьеров. Вон печка старинная. Плитка старинная. Ой, видно.
прихожая, конторка. Видишь, что все подсобное для рабочих. Помещение. А тут есть комната, где он жил. Спальня. Где у него спальня? Кабинет с прихожей. Вот эта плитка здесь на стене. Вот спальня. Ой, какая рожица. А вон икона. Увидим мы, наши дети не увидят. Они очень боялись по нему ходить. А, что он такой глупый.
люстра какая. Петровской эпохи двери. Покой Дарьи Михайловны Меньшиковой. Покой, где она тут? Куда, туда пойдем или туда зайдем? Или туда. Пошли, ну куда ты? Пошли туда. Сюда? А туда, когда сходим? Спальня вот ее. А здесь нет кровати. Смотри, какой потолок. Это сейчас его туда разрисовали. Даже картины не рассмотреть, так темно. Смотришь, отопительные приборы, это переносные отопительные приборы, обогреватели.
Это все обогреватели? Печь. Расписная печка. Там кафе. Пьеро и Орликин. Печь. А вот это, смотри, какая печка. 930-е тоже.